Привет, друзья, еще раз третий пятничный анекдот перед выходными у нас. Ну, жена такая мужу говорит: ты где шлялся? Тот: где-где, на мальчишнике был. Ага, знаю я такие мальчишники. Небось, сняли одну бледину и жарили ее всю ночь. Да ты что, как ты могла подумать? А то я не была на мальчишниках. Аккуратненько, ребята, хороших выходных, здоровья и процветания вам.